Новосибирские предприятия выходят на новый уровень. Сегодня в мэрии наградили победителей ежегодного конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка». 43 предприятия получили своего рода знак качества. Мы готовим для энергетики, а это сектор экономики, который всегда востребован, и дефицит кадров, он почему-то, по какой-то причине всегда прослеживается. Вот. И следя за тенденциями, за потребностями работодателя, мы стараемся угадывать, что в наших выпускниках поменять, развить такого, что необходимо на сегодняшний день городу и области. Конкурс устраивают в нашем городе с 2001 года. Теперь его решили вывести на новый уровень. Сегодня мэрия подписала соглашение с Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий и Городской торгово-промышленной палатой. Оно поможет более активно продвигать товары и услуги местных производителей. Мы видим вот в магазинах, на некоторых товарах стоит знак, так сказать, новосибирская марка. Это как раз как раньше в советское время это знак качества. Предприятие, которое получает такой знак, новосибирская марка, это значит, что она производит товары и услуги, качество которых гарантировано городским сообществом, как предпринимательским, так и мэрии города Новосибирска. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!